Всем привет, друзья! Мы снова играем в Lost Oasis. Сегодня в планах у нас, наверное, все-таки мы шершни доапгрейживаем и подготовим все, чтобы отправиться уже на метеорит и накопать там при помощи этого карьера железа. Табличек осталось чуть-чуть найти. Две штучки буквально, либо таких, либо таких. Может быть, даже расплавим на плавилке фрагменты и уже изучим карьер. А карьер у нас... Где он? 35 табличек. 50 железных слитков на него надо. Чего? Да, одна усиленная доска, 500 хитиновых пластин и 300 дерева. Не, ну мы сегодня точно не сможем. Ну, по крайней мере, мы изучим. Давай. Ты уже появился, я смотрю, да? Угу. Я выдвигаю за тобой сейчас. Так, и на черной жемчужине. А, ну да, точно. Подъезжай сюда. У нее, кстати, почти по-моему... Рядом. Что у нее? Этот ящик, по-моему, в карго спрятан. О, на тебя летит этот раптор. Это... В сторону. Это мне везет песок. Кто? А, этот понял. Да, это он. Ну, смотри, искусно обращается с ним. Ничего себе, он творит. Ну они с батлфаном, видишь? Я не вижу, а смотрю по сундукам, что есть, а вон вижу. А такой же, как ты. Такой же. Они попугать меня хотят или что? Так, подожди, я сундук заберу. Сейчас бах, у меня вылетят. Все, сундук я забрал, складываю его. А там есть что-нибудь, что можно это? Вода, если нужна, есть. Нет, воды полно на рапторе. А, так, в хранилище есть камень немножко, лозы 100 штук, вот тут стрелы. Че? А, там обезьяны, осторожней. А. 76-й уголь есть, 10 штук. Я забыл про них. Ну, спасибо большое. Я вот думаю, на червя, на этом, а на шершне можно будет его завалить? А на раптор... А на раптор что поставить, чтобы на него? Ну а загружаешь просто обычные стрелы или огненные? Чё, может как-нибудь скооперируемся, сгоняем вместе на него? Сегодня? Ну, не знаю. Сегодня что-то там нету его, по-моему. Он через полтора часа активируется только через. А, ну да, через полтора часа активируется он рядышком. Он сверху есть, но у него воды больше. Не, он через час 16 сдохнет. На двух рапторах. Мы сейчас этот раптор оборудуем. Полетим. А, Данил. Давай, наверное, ты-то... Я слетаю, заберу копалку свою вот эту. Да. А ты сложи базу и
перемещайся на этот азис, на ней. Я сейчас возьму повязки, потому что у меня повязок нету. Повязки есть сами? Повязки? Да. У меня 7 штук. Ну сделать ты... там есть, по-моему, мало. Я повязок вообще не вижу. Топор 50-го грейда есть походу. Ну и можешь себе взять. Конечно, возьму. Главное не просрать. Я, короче, Village Oasis у них, по-моему, вот этот он сказал снизу хардовый. А, Virgin Forest? Или какой? Anthem. О, я нашел алоэ первого грейда сейчас, наделаю. Ну, я, там же вроде я говорю, только там были алоэ. И ткань нужна, ё-моё. Ткани мало. Ткани вообще там, по-моему, нет нихера. Там чуть-чуть. Но все 9. Равно на хардовый оазис перемещаемся. Ну везде нужны аптечки. Ну, я имею в виду, там тоже же есть алойка. Где же мчужина? Я ее сложил же. Мне нужно ее разложить? Зачем? Или что мне делать? Складывай силур, переезжай сейчас. Складываю. А, понял. Я все алоэ, блин, взял. Блин, ну тут фигня, короче, моя. Энергия кончилась. Приезжать нам, наверное. Чё? У нас там рядом есть. Конец. Ну все, я сейчас его закину в копалку. Там уже базу складывает это, Данил. Сейчас. Ты с кем? Где? Я с пацанами. Они у тебя там, что ли? Ну, они со мной летают. И ее в лобби, да, отправить? А, вы стоп. Нет, зачем? Мы приезжать. Тут вот дропыч, помнишь, который мне говорили? Типа, ну. Присоединись к дропычу. У него тут целый город вон стоит. А кто говорил, не помнишь? Они же или те, которые гиганты? Нет, гигант? Просто подписчик писал мне. Говорит, присоединяйся к дропычу, хороший дядька. А все нам советуют присоединиться к тому, к этому. Virgin Forest. Туда, а, да. Переезжай. Я поехал. Че, а че, какому выходу? Virgin Forest, верхняя грань. Virgin Forest, верхняя грань. Понял. Самая верхняя. Да, поехали. Я, а где мой ходу? А я не смогу. У меня песок, шестеренка. Ну, тряхивай, иди. Потрахи. Так, и ребят мы потеряли. Где они? Тут база чья-то полностью. Полностью коробочка закупоренная.
А тут много баз, ничего себе. Это вот ты к дропочу пришел. Не. Реально. Походу. Прям натыканный. Чё, куда летим? А тут недалеко. А? За нами летим и покажем. Давай. У них он это, видно, за бабки апгрейд, ну, скин сделаны. Не за бабки, а за кристаллы. О чем думаешь? Ну, у них скин на ходуне. А. В ленточках весь голубых. Такой. Ну, могут себе позволить, значит. Ну, все, вытряхнул. Давай сюда. Могу, значит, себе это позволить. А я тут, блин, был, между прочим. Их и видел их нет. Они здесь постоянно, блядь, тусуются. Ну да, ништяк вообще. Сразу копалку сейчас воткнутую. Это, а у вас же Дискорд есть? Вы через Дискорд друг с другом общаетесь? Чтобы, ну да, чтобы мы не парились так, кнопку нажимать. Ладно, давай. А чё за фигня? Чё? Почему не могу поставить? А чё? Почему не пишешь, что ход сломался? А, это потому, что у тебя крыльев нету. Ты когда движешься, нажимай букву L. Так, а Virgin Forest, да? Да, верхняя грань и прям прямо иди. Обезьяна тут прибежала. Почему я не могу? Могу. А там почему не могу? О, неужели? В самом деле. Доехать. Да, я здесь распакуемся. Я из ходуна все забираю, энергию там. Я приехал. Давай вот на этом озере распакуемся. Я думал, ты еще далеко. Все. Куда ты прешь? Тормози. Ладно, тебе хоть энергии хватило, да я. А что, могло не хватить? Я не знаю, сколько там оставалось.
Ты тащишь базу? Или нет? Нет. Давай, у тебя это хорошо получается. Этот. Как его? Метеориты искать. А. Ну я что-то ехал с нашего оазиса, ни одного метеорита не было. Ну их что-то в последнее время не очень. Но зато по 5 кусков я уже вот третий раз там нарвался. Вот ну, может, уменьшили шанс их падения, но сделали его лишь количество типа шансов на куски. Может быть. У тебя крыл костюм есть? Да, я только что полетел на нем. Там на их базу я тебе советую не подходить близко. Обезьяны? Ну, обезьяны тебя кокнут. Давай, да кого они там кокнут? Да, конечно. Мне чем нравится игра здесь, вот эта вот свобода полета есть. Можно скакать, как хочешь. И очень-очень высоко. У них неплохо тут вообще обустроено. У них глиняные, блин. Ну, в основном все, да, силуры. Ну и макак у них нет, в принципе, на защите. Ну, в чем прикол. Так, ну раз у нас глина теперь прям под рукой, у нас есть защита, нам надо поохотиться на либо на осколки метеорита. Ну. Нашел обезьяну. У них? Угу. Долбанул. Угу. Там еще пацан какой-то выбежал ко мне. Собака хп снесло все. Да, обезьянки мощные, между прочим. Типа. Да елки-палки. Ну чё? А жемчужину возьмем. Или раптор зарядим, полетаем. Ну раптор, я думаю, здесь оставить так. Блин, как лучше сделать? Пособираем фрагменты? Да, наверное. Это они у нас есть. В смысле? Сколько их есть? 800 штук? А, нет. Я там в этом, в жемчужине сделал огненных стрел немного и этого, гарпунов. Ну, пока метеоритов не видать. Так, все, база разложилась. База разложилась. Узкая энергия качается. Наверное, давай заправим. Раптор пусть стоит наготове. Вдруг если метеорит что вылетит. Блин, в этой кепке пугаешь меня, ё-моё. Мне всё время кажется, что это кто-то другой. Чё, ты подраться хочешь? Давай один раз. Не надо, ты меня выиграешь. Почему? Сейчас снаряжение лучше. Ты думаешь, я победил только благодаря броне с железными вставками? Да. И мой профессиональный организм никак не повлиял на, да?
Ну ладно, давай я сниму ее и буду драться голым с тобой. Шучу я. Я понял, что это такое, типа вот большие корабли, которые руины вот эти большие. Но это силуры. Силуры? Да. Ну ты посмотри, даже они похожи, типа. Где ты имеешь в виду? Вот эти большие руины кораблей, которые... А у силуров разве есть крылья? А это... там нет крыльев. А, понятно. Ты имеешь в виду про данжи, что ли? Или важную точку? Да, данжи. Понятно. Так, вот это... Ой, чё за к ним полетел на вазу? Там у них макаки злые, неприятные. Так, тут дверь не забывай закрывать. Так я в базе даже еще не был. А то вдруг кто-нибудь забежит на огонек. Песок червя. Ты хочешь к нам в класс вступить, да? Это ты с кем? Зашел к нам в голосовой чат чувак, который в клан хотел вступить. Да. Ого, тут обезьян. Мы, короче, сейчас на УАЗе. Сейчас скажу. Virgin Forest. Европейский. Самая верхняя грань. Мы тут переехали к союзникам поближе, короче. Это что, Америка самый верх, да, получается? Посередине? Верхняя грань самая. Ты спрашиваешь не про оазис или про вход на вор? Вход на серию. Самая верхняя грань сверху. Ну, официально, да? А, да, официальный сервер. Ну, а потом выбираешь что-то. Северная Америка, Южная. А, нет, ты... Ты только начал игру? Нет, почему? Я в разных серверках попробовал просто. А, нет, тогда тебе самый первый русский регион надо выбирать. Как называется-то? Русский, так писать, не... русский регион? Нет, ты вот сейчас... уже на ходуне ходишь или как? Или... Мне нужно сейчас сервак выбрать, правильно? Где вы сам сейчас все находитесь? No. То есть официальный там или неофициальный у вас? У нас официальный. Какой мне, как его найти? Вот. Один, да? Там список, да, серверов? Ну да, вот у меня разные тут выходят. Два официальных, остальные все... Ну вот мы заходили самый первый официальный. Вот я в него захожу, потом тут выбираю. Европа, Россия. Какую выбирать-то? Ну что-то не то ты. Нет, это то, но. Мы выбирали Россию, но сейчас русские. Находимся на европейском. Тут европейских до хрена. Если повезет, сможешь оказаться рядом с нами, это прям, если повезет. Выбирай, в принципе, любой. Ты потом прочитаешь название Оазиса, да? У тебя же нет с собой шмоток. Подожди. Смотри, я сейчас зашел, да? Ну, я уже просто играл. Но. Официальный. Тут Оазис, да? Какой искать нужно? В самом верху, да, вы сказали? Нет, не в самом верху мы. Сейчас я тебе скажу. Оазис называется Virgin Forest. Европа. Вот открыл. У тебя карта оазисов есть? Да. Ты ее видишь? Большая, да? Да. Вот смотри, посередине, вот там
вверху много белых захваченных, потом идет тут зеленый, да? Да. И да, вот. Вот мы на белом, где белый захват, захвачен азис. Где много белых, да, вот этих? Нет, вот ниже опускайся. Там один белый среди зеленый, рядом красный. Захват. Вот вижу его. Да. Вот мы на нем, он Virgin Forest EU. Да, мы на нем, самая верхняя грань. Ага, понял. Ну, мне далеко на него, ладно, сейчас запасусь. Ну, ты... водичкой пойду. А, ну давай, добирайся пока. Угу. Да. Ходун приволок ящик. 635 воды мне надо. Ну ничего себе, далеко забрался. Ну. Ладно, давайте как доберусь, то давай. Давай. Да блин, эти макаки, они что здесь делают? Обитают. Ну понятно, что они обитают, что они докопались. А у тебя нет энергетического рюкзака, да? Как всегда, на чужом горбу в рай хочешь у них. У меня аккумулятор есть. Аккумулятор? Может быть, сделать тебе? Как хочешь. Так, копалка полностью загружена у нас. Ну и вся база обесточена. Получается. Раптор еще загружаю и все, полное. Ну чё, поехали тогда. На это. За фрагментами. Поехали или полетели? Нет, поехали на это. На жемчужину. Ау. Раптор пусть стоит, если чё. Увидим метеорит, я скину этот. А мы чё-то никак кровать, да, в базе не поставим? Я вроде ставил где-то. Ставил? Ну, это не точно. Посмотри в баллистах. По-моему, на правую я огненный зарядил, на левую гарпуны. На правую гарпуны, на левую огненный. Понятно. А я забыл спросить, у него есть у них на этом оазисе этот древний станок? А то сейчас мы... Тут одна важная точка на всю карту. Далеко от нас? Ну, если вправо сдадим, то не очень. Направо? Да. Давай посмотрим. Еще он ли это, нет, ну тут еще тут булыжник повсюду. А ты чё, голый, что ли? Нет. Нет?
правее немножко. Да я понял. Да я. Да я. Слева база. Ну, по-моему, уже все кончилось, не? А, или они это построили? Вот, кстати, в этом. О, вижу данж наверху. По-моему, с ящиком сжигаем. Где? А, ты там себя видишь. Ну, здесь иностранцы преобладают, походу, в основном. Угу, вот европейский. Европа регион. Взял, забрал моё. Не твоё, а наше. От него далеко отходить нельзя, а то я... Ты не отходи, я проеду, полечу, проверю. Ну посмотри, чё это. Это как я. Понял. Древняя установка или нет? И все, вот когда не надо было этих данжей, ё-моё, просто натыкано. Когда надо, все. Не найдешь. Я не нашел. Ты что там никак догнать не можешь? Не бегу. Я в темноте не видел, куда лечу, вылетел в пустыню прям. По нику ориентировался твоему. А ты по пустыне гоняешь. Ну, пока ящик горит, жду я. Тапки свои. Сам носить буду, у меня ботинок нет. Носи. Босиком хожу. Тапки свои драные положил на ходу. Нормальные, драные, чистые. Да драные все дырявые. Что изготовленные? Видишь, огонь. Чё-то да, метеориты не радуют нас своим присутствием. Ща пробовать отсекло и оттолкнуться, улететь куда-нибудь. Блин, попробуй. Сам повторяю уже свою ошибку. В прошлый раз мы разделились и не смогли завалить никого и найти нормально, ничего не смогли. Да. А, маленький. Давай вглубь зайдем. Там тебе легче будет перемещаться, чем пока. Да это чё? На краю больше видно. Да и тут нету нифига на краю. Я не успел схватиться, я лечу. Другого. Данил же таскает его. Или нет? Нет, я энергию. Энергию ты куда-то таскаешь? Ох, нихрена, 60. Энергию я ношу везде с собой. Так, 60 топор, да? Должно разгрузиться мне тогда. Все, пила готова у нас. Матронов 33, ну сейчас сделаем.
Далеко побежал. Надо поставить так, чтобы найти такое место, где будет обрыв. А на камень не распакуется? Не распакуется, он как объект не воспринимает же. Веном, ты за Тойчи в клан нам принял? Да, я же ему отправил. Это точно тот чел? Да, он же написал, что приехал. Так, иди сюда, Тай. Я бегу. Я, короче... Дерево я тоже таскаю. Вешаю батарейку, а ты забирай вот это все. Хорошо, поймали раптора, блядь. В смысле? Да ладно. Мне красное все равно. Тут, скорее всего, база вот эта мешает, агент. Вот здесь я его, по идее, могу распаковать. Блин, с этой батарейкой никуда не подымешься. Да я знаю. Мать его скидывай, который ты мне скинул. И вот, ну вот эти кости, опоры в базу занеси. Сука, она зеленая, но я не достаю. А остальное в ящик. Он зеленый, прикинь, но слишком далеко. Ладно, пойду с той стороны вместе искать. Да не надо силовый приставить. Сейчас буду искать, говорю, место. Ты че, еще один отсек на силу рестроить начал?
Да-да, она у меня. Я уже ее зарядил. Вена, тебя спрашивают, полностью зарядил? Пилу тоже энергию закиньте. Там еще место для энергии есть, я с 4000 бегаю. Капал. Здесь это. Капалки сделали, нет? Капалки. Нет, я занимался этим вопросом. На меня грузчиком наняли. Печально. 22 по 20. Ну да, у нас это полная загрузка. Сколько? 600 килограмм выходит? 590. Я думал, сотню приплели. Да до хера плюс. Надо еще 8 найти. Полетаем. 400 будет. Кстати, да, 400 будет. Ты представь, если ты меня сейчас ударишь, вот эта вся постройка отменится. А но она не отменится. Потолков. При не отменится? Не отменится. Нет. Да, это только лобби отправляется. Какой у тебя скорость? Ты что, раз перекачался, что ли? Ты скорость перетащился? Ладно, сейчас куда ложить ее? Куда? Сбежал, сбежал. Блин, залазить что? Слышь? А залазить? Сики-саки. А что за дохуя урона? Это скажи. Твои тактики. Блядь.
Да я сейчас не понимаю, у него броня, блядь, намного хуже моей, и он, блядь, может по мне бешено, блядь. Рез, ты чё стоишь? Рез? Стоит, смотрит, блядь, как я там корячусь. У меня, блядь, в броне, нахер, 50 абсорбинга, блядь. Панцир. Ты уже скрафтил, что ли? Да он что, смотри на нее, что ли? Не скидай, не цель. Делай на... Делай на всех. Саня, сделай. А, смотри, подляны. Что тебе сделать керамический? Как раз, сука, ударил. И сундук? Убейся. Видишь, он из подтяжка, блядь, ударил меня. Блин, все нормально. Базу ждем. Смог в честной дуэли, начал со спины бить. Какой со спины? Я вас, я от вас двоих сейчас отбивался по обоим. Что ты мне рассказываешь? Робот. Когда он подошел, я тебя вообще пальцем даже не тронул. Так я вас обоих бил, блядь. Да, 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 из-под кишки. Город активировался. Иди сделай мне тоже панцирь. Почитай. На второй через 50 минут активировать. Вот так. А воды где в раптор залил, блядь? Сука, готов он. С 0 в 0 воды в раптор. Вот твоя задача. Я тебе это пузырь принес большой. С водой. Я же закинул. Не, инструменты по своим будем добывать. У нас имперский набор и мастер, только мастер. Поэтому лучше нам, чтобы профилов было больше. А вы раптором зубики порвите. Ты взял стрелы или что такое, снаряды хотя бы? Все вроде не слышали. Не все. Ну тут 400 стрел. Мы по-разному. Откуда? Я не трогал. У вас кто-нибудь конденсаторы учил? Плохо. Главное, на обратную дорогу, чтобы была. У нас сколько там воды? Хватит нам еще поделиться? Да, хватит. Ну и полетели. Там нет кактусов. Там есть только грязная вода.
один раз, ну что, в принципе, если очаг есть на борту, то можно с грязной воды натопить нормально. Очаг есть. Просто как ты на этом рапторе хотел батлфаном пыхтеть? На нем нет же батлфана. Был уверен, что мы на этот раптор не ставили батлфан. А да, у тебя глюки, блядь, вообще на. Курить надо меньше. На. Одна штука. Сначала круг надо по локации дать, посмотреть, вдруг там его уже фармят.